Мы рады приветствовать вас в стенах Валаамской обители, ваш первый визит сегодня, и мы надеемся, что те впечатления, которые вы здесь почерпнете, посещая святыни, храмы, скиты Валаама, они останутся доброй памятью у вас, вы будете вспоминать о светлом времени, которое вы здесь провели. Вот. Мы желаем вам помощи, Боже, в ваших трудах, в вашем служении России. И я думаю, что символично то, что вы сейчас стоите в соборе, который был построен в первые годы царствования императора Николая II. И здесь как раз мы видим иконы святителя Николая, небесного покровителя, императора Николая II и святой ученицы царицы Александры, небесного покровителя его святого. И вот теперь вы здесь, на нашем стане, на котором мы имеем свою молитву, и мы очень рады этому событию и надеемся, что и остальное время вашего визита будет протекать также молитвенно, духовно и останется доброй памятью. Так, я рада, что принимаете. У нас такой юбилейный год для меня. Было очень важно прийти, молиться, поблагодарить Господу за то, что наконец-то мы снова можем общаться на родину, бывать со всеми своими нашими россиянами. И это очень важно слово к семье, все русские вместе. Хотела поблагодарить Господа за этот правильный место, которое создает именно так любовь у всех, конечно, свои предки, которые всегда любили сюда приезжать. Очень рад, что я смогла сделать это. Ваше Преосвященство, дорогие святые отцы, братья и сестры, государыня прибыла на Валаам, в Спасо-Преображенский монастырь из Санкт-Петербурга, где вместе с Святейшим Патриархом молилась вчера в Петропавловском соборе у гробниц ее царственных предков. Это была служба, приуроченная к 400-летию дома Романовых, к 400-летию преодоления смуты. И после совершения божественной литургии и панихиды по усопшим государям святейший патриарх проследовал в новую усыпальницу, где покоятся дедушка и бабушка государни, ее родители, и сам лично провозгласил им вечную память. Конечно, нам очень-очень дорого, что святейший патриарх в самые ключевые моменты празднования 400-летия везде был вместе с государами, он сам благословил ее прибыть в те места и участвовать в тех службах, которые он совершал в связи с этим в Москве, в Кремле в марте этого года, затем в Екатеринбурге. Вы теперь в Петербурге.